Всем привет! Но пока еще микросхемки ЦАП из Китая не пришли, давайте с ними познакомимся и напишем программку для их тестирования. Микросхема MCP4725 в корпусе 123 6 выводов, очень маленькая, 12-битный цифроаналоговый преобразователь. Внутри также есть EEPROM память. Основные характеристики: 12-битное разрешение, EEPROM память, LSB DNL, что-то какая-то, то ли ошибка, то ли нестабильность. Есть вывод для определения адреса на E2C шине. Есть режимы пониженного энергопотребления. Малое время включения 6 микросекунд. Внешний источник опорного напряжения. Это как плюс, так и минус. Ну, скорее даже минус. То есть требуется стабильный либо источник опорного напряжения отдельный, либо стабильный источник питания. Как скорее всего будет в моем случае. Выходное напряжение от нуля до плюса питания во всем диапазоне. То есть не до плюса питания, а до опорного напряжения. В моем случае это напряжение питания. Низкое энергопотребление, напряжение питания 2,7 до 5,5 вольт, E2C интерфейс, стандартные скорости, маленький корпус, широкий диапазон температур. Применение внутреннего устройства. Что у нас здесь? Для записи в EEPROM есть вот такой вот Charge Pump, то есть конденсатор, который заряжается и на время записи питает EEPROM. Затрудняюсь сказать, зачем это нужно. Так, выход, операционник, Power Down Control, это мы еще рассмотрим. Есть три режима пониженного энергопотребления, они отличаются тем, какой резистор как бы вот с выхода притянут к земле. Попозже посмотрим. Регистры и 2C шина. Так, что у нас здесь? Также все это краткое описание. Ничего интересного. Корпус вот такой вот маленький. 123, 6 выводов. Все самое необходимое. Выходное напряжение, минус питание, плюс питание. Вывод, которым определяется адрес микросхемы на линии. И два провода, это E2C линия. Далее листаем максимальные характеристики. Ток потребления до 0,4 мА, то есть очень маленький, в режиме пониженного энергопотребления Power Down до 2 мА. Встроенный компаратор, который делает ресет, когда напряжение опускается ниже 2 вольт. Далее идут графики, различная термостабильность, ошибки и прочее. Ну, в общем, нормальный ЦАП, поэтому эти графики мы пролистываем. Смотрим далее обозначение выводов, для чего нужно, их описание. Ну, это все стандартное, я думаю, не стоит останавливаться. Разрешение, расчет минимального значения, то есть шага превращения на 1 бит. Ну, это VRF разделить на 2 в степени n. 2 в 12, это у нас сколько? 4096 значений. Нелинейность, отклонение. Выходное напряжение определяется по этой формуле. Опорное напряжение, в моем случае это будет скорее всего 5 вольт, умножить на входной код заданный, разделить на разрешение. Шаг превращения при напряжении питания 5 вольт, при опорном напряжении 1,22 милливольта. Думаю, это будет достаточно для большинства применений. Вот страница, где рассказано про режимы пониженного энергопотребления. То есть есть нормальный режим, когда мы измеряем, и есть три режима пониженного энергопотребления. Отличаются они только тем, что на выходе микросхемы как будто бы подключается резистор вот этого указанного сопротивления на землю. То есть при входе в режим пониженного энергопотребления внутри микросхемы, можно сказать, вся электроника отключается, кроме общения по шине E2C. И на выходе подключается один из этих резисторов с ножки выхода на землю. Выход ЦАП также отключается, то есть здесь выходного напряжения нет. Описание внутренней EEPROM. Вот таким образом выглядит ее память. То есть здесь 12 бит это значение ЦАП установленное, и 2 бита это режим Power Down. То есть вот эту информацию можно записать в EEPROM. Например, перед выключением питания записали в EEPROM. Выключили устройство, потом включили устройство, прочитали EEPROM и в тот же самый режим, в который уходили, установили микросхему, выходное напряжение. Основной регистр, с которым мы работаем, выглядит таким образом.
Таблица команд тоже, в принципе, я думаю, не нужна, потому что EEPROM я пользоваться, скорее всего, не буду. И буду работать только в режиме Fast Mode. Давайте рассмотрим, как отправляется команда в этом режиме. Вначале отправляется адрес устройства 1100, далее 3 бита адреса. 2 это нули завода, и А0 мы выставляем внешней ножкой 0 либо единицу. Последний бит 0 либо единица, что мы будем делать с регистрами, читать из них или записывать. В данном случае мы будем записывать, поэтому здесь стоит бит равный 0. Отправили адрес. Затем отправляем 2 байта данных. Первый байт 00 это Fast Mode. Здесь режим энергопотребления какой. В моем случае также это будет 00, потому что нормальный режим, мы работаем. На выходе ЦАП есть какое-то напряжение. И далее здесь 4 бита и здесь 8 бит. Это значение напряжения на выходе ЦАП. После этого команда STOP. То есть вот отправкой 3 байт данных мы задаем выходное напряжение на выходе этой микросхемы. Далее, более сложное обращение, когда используем еще и запись в EEPROM. Причем процесс записи в EEPROM занимает около 50 миллисекунд, согласно даташиту. Отправляем таким же образом адрес, потом отправляем данные. C21C0 это команда, которая определяет, что мы сейчас делаем. Допустим, для записи в регистр ЦАП и в EEPROM одновременно нужно установить 011. Далее здесь 2 бита, которые не имеют значения. Здесь выбираем режим работы, Power Down, либо нормальный режим. Опять же не имеет значения. Потом старшие 8 бит, значение ЦАП. Младшие, сколько там, 4 бита, значение ЦАП. И последние 4 бита значения не имеют. Но этот вариант мы рассматривать не будем. И команда чтения из микросхемы. Также в данном случае не нужна. Тут у нас адрес такой же. Последний бит равен единице, потому что мы будем читать из регистров. Далее читаем 5 байт данных. Первый байт здесь обозначает, закончилась запись в EEPROM или еще идет. Не байт, а бит. Так, что за порт? Что-то я не видел этого, пропустил. Ну и ладно, не имеет значения. Далее режимы энергопотребления. Какой установлен. Текущие показания ЦАП. И последние 2 байта это данные из EEPROM. Режим энергопотребления и 12 бит записанное значение ЦАП. Коммуникации по протоколу E2C стандартные. Адрес, последний бит младший читаем либо записываем и ответ от устройства. Тут все стандартное, временные интервалы. Типичная схема подключения в цепь. Не забываем подтягивающие резисторы, но на платах, которые я заказал, как бы уже модуль, на плате уже есть эти резисторы. Фильтры по питанию, конденсаторы большой емкости и маленькой емкости. И на выход, выходное напряжение, обычно ставится RC-цепочка. Далее идут некоторые применения. Допустим, вот у нас датчик света. И с выхода ЦАП мы подаем опорное напряжение на этот компаратор. Задаем порог срабатывания компаратора. То есть при какой освещенности фотодиода он сработает. Теперь рассмотрим программу во фулл-коде. Написано для макетки от Мега 8 12 МГц кварц. Сюда ставим E2C мастер. Настройки. Частоту поставил побольше. Но почему-то Proteus показывает меньше частоту тактирования, чем указано здесь. Или неправильно что-то измеряю. Но потом посмотрим в железе. Не страшно. И сюда вынес вот эту табличку для записи в регистр в режиме Fast Mode. То есть основная, с которой мы будем работать. В начале E2C, init, включаем наш протокол. Далее основной цикл. И здесь просто будет возрастать напряжение на выходе ЦАП от минимума до максимума и все повторяться. E2C Master Send Byte Transaction. Указываем адрес. Это 7 вот эти бит. Как здесь написано 1.1, далее 0.0, 0.0, ну далее у меня все нули. И обращаю внимание, что здесь они смещены вправо на единицу. То есть тут стоит нолик. Потому что внутри этого макроса потом произойдет смещение на одну единицу влево. То есть здесь записано вот такое устройство. Далее старший байт показания АЦП, младший байт показания АЦП.
И последняя строка не имеет значения. Для старшего байта также имейте в виду, что у нас 12-битный АЦП, поэтому его значение не должно быть более 16. Иначе вот он уже полезет в режим Power Down. В этом байте у нас только 4 младших значащих бита. В нормальном режиме PD1, PD0 равны нулю, то есть здесь у нас 4 нуля, и потом идут 12 бит значения ЦАП. Вот таким вот образом. Заходим в Custom Code, заходим в Send by Transaction. И здесь я удалил, вот была еще одна строчка, или просто можно ее закомментировать без разницы, которая отвечает за четвертое поле в макросе компонента. Мы эту строчку удаляем, либо комментируем и оставляем вот эти 3 байта данных. Здесь происходит смещение на одну единицу влево, старт, отправка 3 байт, стоп. И далее простая программка. Младшее значение ЦАП, DATS с индексом L, увеличиваем на единицу. Если она стала равна 255, то есть досчитала до своего максимума, то ее мы обнуляем. А старший байт DATS H мы прибавляем единицу. Также условие, если DATS H равно 16, то есть достигло своего максимума, то мы обнуляем все эти значения. DATS L, DATS H равно 0. Здесь паузу ставить не надо, потому что этот процесс и так займет довольно много времени. Компилируем. Получаем размер кода 374 байта. Открываем схему в Proteus. Есть этот SAP в наличии в библиотеке. Подключаем линии SCL, SDA, не забываем подтягивающие резисторы, плюс-минус питания и выходное напряжение. Настройки от мега стандартные. Отключаем все, внешний кварц 12 МГц, указываем прошивку. И запускаем симуляцию. И у нас вот так медленно будет расти желтая линия. То есть выходное напряжение от нуля до напряжения питания изменится где-то секунд за 40. То есть довольно медленно. Это объясняется, во-первых, особенностями E2C протокола. Там есть пауза довольно медленным общением. Но думаю, это будет не критично. Посмотрим, как это будет в железе. То есть сейчас от минимума до максимума выходное напряжение растет примерно за 20 секунд. Рекомендую в папке с лоу-кодом найти вот такой файл. Aware call E2C, открыть его, найти вот эту строчку, delay миллисекунды, это задержка перед тем, как использовать снова E2C линию. Здесь было 10, я поставил 5 миллисекунд. Может быть, можно поставить и меньше, но я думаю, мне хватит. Еще раз напоминаю, файл Aware call E2C в папке программы Flowcode на диске C. Ну вот и все, одним макросом получается управление этим ЦАП. Очень удобно. И уже можно потихонечку писать программу для Azure U10.